Друзья, мы продолжаем разбираться в том, как устроена современная компания на примере компаний, которые занимаются подбором недвижимости и его аренды и продажи. Поэтому сегодня у нас в гостях Наталья Куницкая, учредитель группы компании «Метро», и Евгения Шалаши, HR-менеджер «Метро Эстейт». Доброе утро! Доброе утро, ребят! Компания большая, компания крупная. Из себя представляет, я так понимаю, конгломерат не только специалистов узкопрофильных, но еще и большое количество людей, которые обеспечивают функциональность и связь с клиентами. Поподробнее про это давайте. Конгломерат, конечно, вы очень здорово сказали. Так нас еще никто не обзывал, но тем не менее. Я бы сказала так, что компании именно в сфере недвижимости крупные, они, как правило, представляют у себя такой некий холдинг услуг, связанных, во-первых, с недвижимостью, и, во-вторых, услуг разных сопутствующих недвижимости. Ну, например, это может быть оценочная компания. Все мы с вами знаем, что, например, когда берешь ипотеку, нужно обязательно сделать страховку, оценку недвижимости. Также обязательно нужно сделать страхование недвижимости. Поэтому существуют еще страховые компании и холдинги. Также необходимо сделать замеры площади квартиры, кадастровая, соответственно, служба. Соответственно, компании вот эти крупные по недвижимости, они вот этот холдинг весь сопутствующих услуг, они в себя включают. Но есть еще и люди, которые... про которых не знают обычно клиенты, это люди, которые администрируют скорее, да, то есть это огромный штат людей, которые выполняют рекламные функции, функции в том числе подбора персонала, вот у нас Евгения как раз представляет HR-службу, функции различные там мониторинга и анализа там деятельности и рынка недвижимости, поэтому вот компании крупные в сфере недвижимости это такие холдинги, которые много чего делают и по недвижимости, и вокруг недвижимости, и не только. Наталья, вот вы сейчас в Москве. Какие там тенденции развития, какой опыт могут принять компании? Как оказалось, опыт вот именно нашей компании, региональной, казалось бы, ярославской, для Москвы вообще уникален. Таких компаний нет в Москве. То есть все стандартно, есть крупные компании, безусловно, но они все узкоспециализированы именно на недвижимости. А вот таких вот много вокруг сопутствующих услуг не делает никто. Режим одного окна, да. И, собственно, это мы и собираемся продвигать в Москве. И делаем уже, начинаем, успешно довольно. Крупной компании, у которой вот столько разных отделов, разных структур, которые требуют столько сотрудников, да, наверное, разные и разнятся алгоритмы подбора этих людей, так ведь? Да, действительно, и сейчас идет тенденция к тому, что под каждый профиль, так скажем, нужен отдельно свой менеджер по подбору. Все менеджеры по персоналу, в принципе, выбирают свой способ именно отбора кандидатов, для каждой вакансии он свой. И более того, под каждую должность прописывается определенный профиль, то есть каждая должность, она должна соответствовать определенным характеристикам, да, то есть если для менеджера по продажам важно там умение общаться, там инициативность какая-то и так далее, то там, например, для офис-менеджера, может быть, это и не сильно важно, да, больше важно, чтобы человек скрупулезно умел делать свою работу. И вычитывать там буковки, да. Да, то есть под каждую профессию всегда прописывается профиль, и под этот профиль именно подбираются люди с разными, с абсолютно разными характеристиками. Более того, для каждого руководителя нужен свой сотрудник, и он выстраивает свой профиль должности, какие-то нюансы, которые важны именно для него. А есть какой-то общий набор качеств, который должен быть у сотрудников подобной большой компании? Безусловно, он должен быть очень коммуникабельным, и неважно в какой сфере, потому что им всем приходится общаться с людьми. Все должны искать клиентов и должны, скажем так, видеть перспективу не только финансовую, но и собственного развития. Ну и одно немаловажное качество – желание работать в большом коллективе, развиваться в большом коллективе. Насколько должна подходить структура мышления HR к собственнику компании? Они должны быть на одной волне. Если руководители HR на разных волнах, то ничего не выйдет. Они будут смотреть даже на кандидата по-разному. Но с другой стороны, я вам так скажу, что именно вот в нашей сфере, ведь в нашу профессию приходят люди абсолютно разные. То есть это бывают и учителя, и врачи, то есть профессии риэлтор, как таковой, которую бы учили в институте, такой нет. Поэтому в нашу реально профессию приходят люди разные, случайные и так далее. И поэтому получиться может абсолютно у кого угодно. Вообще не угадаешь, у кого получится. То есть все зависит от каких-то вещей. Поэтому если даже у HR и немножечко
отличается понимание с руководителем, как должен выглядеть человек, то, может быть, это иногда и неплохо, потому что он может увидеть такого человека взять, на которого руководитель, ну, может быть, бы посмотрел и подумал, что не получится. Обычно это те, которые хотят развиваться как бизнес-партнер. То есть у них не хватает еще сил открыть свой бизнес, но при этом они хотят себя попробовать. Делаем для них все условия. Это реклама за счет компании, это рабочие места, связи, клиенты, помощь, именно обучение именно в этой сфере. Угу. Соответственно, для них все удобства для того, чтобы развиваться. Именно, возможно, в этом направлении или в каком-то другом. В любом случае, это продажи, развитие в продажах. Да, Евгения права, что вот на самом деле риэлторы, вот эта наша специальность, они по сути партнеры. Почему все-таки выгодно работать в крупных компаниях? Человек пришел, к примеру, на работу, не знаю, юристом, например, угу. да? Он пришел на работу юристом, но поскольку компания многопрофильная, он в процессе работы может быть взять какой-нибудь себе новый проект. Или, например, человек пришел, не знаю, в отдел новостроек работать, к примеру, да, но потихоньку понял, что ему это не очень интересно, может перейти заниматься коммерческой недвижимостью. То есть человек, приходя в большой холдинг, он может понимать, что не будет профессионального выгорания, которое происходит очень часто. Можно перейти из отдела в отдел, из профиля в профиль, и маркетинг, и реклама, и юристы, там, и туризм, и так далее. И карьерно расти, опять же. И карьерно можно расти, да. Вертикально, там, начинаешь со специалиста с обычного, потом ты руководителем можешь стать, потом можешь какой-то проект себе взять, его вести. Ну, то есть это не только нашей компании касается, это, в принципе, компании, которые вот на самом деле такие многопрофильные. Я бы в риэлторы пошел, пусть меня научат. Приходите.